Великий экран кинотеатра «Мир» без скажения передает ширые эмоции, почути и актерское майстерство ведущих артистов сусветно ведомого шекспировского театра «Глобус». Пьеса «Антоний и Клеопатра» – это третья за знакомитых трагедий гениального английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира, якая демонстрировалась жыхарам областного центра у этом театральном сезоне. Клеопатра – пригожая египетская царица, захопила почути Марка Антония, полководца одного из трех лидеров Римской империи, что погрожает стать причиной ее расколу. У спектакля «Антоний и Клеопатра» разливаются разом доброчинность и загана, вечная любовь и прага до улады. Постановка «Глобуса» упэўнена осветляет все важные темы, узнятые у пьесе, але робить это с некольки нечаканым ухилом у комедию. Дарэчы, у кожного, кто пришел в кинотеатр, на кон спектакля свои мэты и чаканні. Я учусь на факультете иностранных языков в Скорине, и, естественно, мне было бы очень интересно побывать, но на постановках, которые... собственно говоря, ведут на английском, потренировать свою собственную речь. Трансляции с самого Лондона, из театра, который когда-то был основан Шекспиром. И я уверена, что от актеров можно ожидать только самого лучшего. Трансляции спектакля на киноэкране – новый формат для Беларуси, але распаўсюджаная практика у Европе. Это магчимость убашить культовых выканавцев сучасности на великом экране, побывать на спектаклях, которые обмерковываются с усветной публикой. Трансляция лепших театральных постановок света у кинотеатра Гомеля пошалася летось. У год культуры она так само будет протягнута. Так, 5 соковика у кинотеатра Калинина все жадающие смогут убашить оперу «Манон Леско». А 13 соковика тут же отбудется онлайн-трансляция балета «Спартак». Тем кинотеатры областного центра уже давно перестали быть местом для звычайного прогляду фильмов. Тут постоянно ладят для глядачоў цікавыя тематычныя проекты и перформансы. Варта адзначыць, сёлета упершыню и Международный жаночы день так само не стане выключением. 7 сакавіка у 23:30 усіх наведвальнікаў кинотеатра Калинина чакае незвычайная, яркая и оригинальная святочная программа. Программа, она будет неким таким сюрпризом для тех, кто к нам сюда придет. Там будут и конкурсы, и розыгрыш призов, и мим-шоу, и фотозона будет работать. Ну и пока мы скрываем это, и это будет сюрпризом, отдельный номер, отдельный подарок для тех милых дам, девушек, которые придут к нам 7 марта. Вероника Ворошилина, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».